дорогие друзья, вы на канале Раби Супер, и у нас рубрика кулинарное шоу от Раби. Сейчас я готовлю запеканку за 3 минуты. Наши ингредиенты — это яйцо, творог со сметаной и сахар и манка. Вот. Сахар и манку я вместе сделала, сразу заранее посыпаю. Далее у нас идет яйцо, и все это круто перемешиваем. Все прям до однородной хорошей массы, все перемешали. Я довела массу до однородного состояния. Вот. Могу рецепт написать в описании, вы видите. Если вы хотите сделать послаще, или, допустим, у вас прокисает творог, то вы можете добавить ванилин для вкуса. Форму смазала маслом, чтобы она не прилипла. И так постепенно выкладываем творог. Вот так вот мы выложили, вот видите, красиво получилось. Теперь я делаю сюрприз. Подписывайтесь на мой канал Раби Супер, и будем также делать кулинарное шоу.